21 мая – день полярника. Профессиональный праздник специалистов, работающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним. Вот про эти условия сегодняшние частушки. Белый север, дикий север, как его ни называй. Лишь для северных народов он прекрасный, чудный рай. Сладкая ягода, брусника, вкусная морожка протоптала эскимосков дом ко мне дорожку. На тунгуске я женился, думал, славно буду жить. А она лишь варит мясо, кровь сырую любит пить. Чукчи деньги и валюту не любили сроду. Они все предпочитают огненную воду. Эскимос, тунгус и чукчи в гости к русскому сбрелись. Самогоном с медовухой моментально упились. Русский щеголь в зимней тундре в своих шмотках пофорстил. И его от холодрыги чуть Кондрасий не хватил. Лютый север, до свиданьки, до сих пор хожу, дрожу. И лишь в русской жаркой баньке от тебя я отхожу. Дорогие друзья, напишите комментарий, поставьте лайк. Ну, конечно же, что нужно сделать? Конечно, нужно подписаться на мой канал. Споем под баян. И до новых встреч. До завтра.